Уважаемые любители стрелкового спорта, нас ждет заключительный финал. Блочный лук, открытая группа. Представляем команды. Первый чит. Команда Московской области. Состав команды. Гатин Наиль. Аплодисменты. Козлов Иван. Щербаков Алексей. По второму щиту стреляет команда Хабаровского края. Состав команды. Зубарь Александр. Верещагин Алексей. Баранов Юрий. Судья матча. Представитель Красноярского края. Судья матча Шевченко Иван Викторович. Первыми начинает команда Московской области. Девять. Девять, возможно, десять. Десять. Напоминаю, что в блочном луке диаметр десятки меньше, 2 сантиметра. Девять. Девять. Возможно, десять. Будем ждать решения судей. Девять. Девять. Десять. Девять.
9. Девять. 10 попадает представитель Хабаровского края. Так, ждем решения судей. Очень сложно бывает определить пробоины. Десятка очень маленькая. Составляет всего 2 сантиметра. А сейчас на экранах старший тренер по стрельбе из лука Виктор Николаевич Сапунов. Виктор Николаевич, помашите нам. После первой серии лидирует команда Московской области. 56 очков. На одно очко отстает команда Хабаровского края. 55. Начинает та команда, которая набрала наименьшее количество очков. Девять. Девять. 27 очков набирает в первой половине этого сета. Девять. 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 Также 27 очков набирает команда Московской области. Продолжает Хабаровский край. Девять. Девять.
9. В этой серии команда Хабаровского края набирает также 27 очков. Счет становится 54. Десять. Девять. 56 очков в этой серии набирает команда Московской области. Хабаровского края выступает под руководством Сафенко Азата Николаевича, заслуженного тренера России. Давайте поприветствуем команду Хабаровского края. Команда Московской области выступает под талантливым молодым тренером Абрамова Андрея Владимировича. Викторовича, прошу прощения. После двух серий лидирует команда Московской области. 113 очков. Команда Хабаровского края 109. Напоминаю, что по правилам командной стрельбы борьба ведется до 4 серий. Третья серия. Десять. Десять. Девять попадает представитель команды Московской области. Десять. Девять.
9. Десять очков попадает представитель Хабаровского края. Отвечает команда Московской области. Девять. Десять. После трех серий лидирует команда Московской области 169 очков. На одно очко отстает команда Хабаровского края 168 очков. Итак, у нас упорная борьба. Заключительная четвертая серия. Уважаемые болельщики, давайте поддержим наших паралимпийцев. Начинает команда Хабаровского края. Девять. Десять. Десять,
29 очков. Девять. Десять. 29 очков. Московская область. Скорее всего, мимо, так как попадание в одну и ту же мишень. Девять. Девять. Десять. Десять или девять попадает команда Московской области и становится чемпионом России. Команда Хабаровского края, останьтесь до объявления результатов. Команда Московской области, просьба остаться. Итак, с результатом 226 очков. Еще раз поздравляем команду Московской области в составе Гатин Наиль, Козлов Иван, Щербаков Алексей. Серебряными призерами чемпионата России 2018 года становится команда Хабаровского края. В составе Зубарь Александр, Верещагин Алексей, Баранов Юрий. Уважаемые спортсмены, вскоре состоится церемония награждения.
просьба собраться возле трибун.